из Супрембанда буквально 3 дня назад в 3 часа ночи мне написал мой друг. Он рассказал мне, что 3 кота, Коржик, Компот и Карамелька мертвы. Он даже мне скинул координаты, где находятся их могилы. Но, к сожалению, после этого мой друг пропал без вести. Он просто исчез, его кто-то украл. И за все эти дни мы все еще не смогли его найти. Именно поэтому сегодня я хочу отправиться по этим координатам и найти могилы 3 котов. Возможно, там мне удастся хоть что-то узнать про своего пропавшего друга. Именно поэтому, панда, давайте на этом видео наберем 20 тысяч лайков. И тогда я в 3 часа ночи посмотрю проклятый эпизод 3 котов, и мы проверим, что с нами будет. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, панда. А еще там иногда выходит суперсекретная информация про разных монстров. Так что, бандит, скорее чекай описание, ставь лайк, а мы тем временем отправляемся на поиски могилы 3 котов. Погнали! Окей, Супрембанда, надеюсь, вы готовы по координатам, которые мне скинул мой друг. Могилы 3 котов находятся в лесу. Просто посмотрите, как это страшно, Супрембанда. Но, к сожалению, у нас нету выбора. Нам придется отправиться в этот лес ночью. Я очень надеюсь, что мы сможем там найти хоть какие-то зацепки, куда делся мой друг. Расскажи поподробнее про друга. О, черт, Настя, это просто ужасно. Это произошло ночью. Я, как обычно, спала, он начал мне звонить, и я просто сквозь сон отключился. Но дальше он начал заспамливать мои сообщения. Он написал мне, что он знает какую-то очень секретную инфу. Я же начал с ним спорить, что сейчас 3 часа ночи, не мог бы он дождаться до утра. Но в ответ на это он написал мне, что 3 кота мертвы. Я не мог в это поверить, банда, ведь кому нужно было убивать этих котов? Это очень странно, Коржик, Компот и Карамелька — безобидные коты. Я так ему это и написал. Но он мне скинул координаты, где находятся их могилы. Я же ему сказал, что разберусь с этим утром. Но в 6 часов утра мне позвонила его девушка и сказала, что он исчез. А дверь в его квартиру была взломана, его кто-то похитил. Но кто это сделал, все еще неизвестно. Я очень надеюсь, что около той могилы 3 котов будут какие-то зацепки, куда же мог деться мой друг. Не переживай, мы сможем его найти. Да, я знаю, Настя, давай быстрее идти, у нас нету времени. Черт, банда, посмотрите, похоже, что вот этот лес, ты видишь, какой он жуткий. Да ужас. Черт возьми, Супрембанда, куда нас вообще занесло? Тем не менее, давай быстрее уже найдем эти могилы 3 котов и быстрее свалим отсюда. Я просто в шоке от этого леса. Банда, ты видишь, какой он жуткий? Да. Что это такое? Я никогда такого в жизни не видел, Супрембанда. Просто посмотрите на это дерево. Мне кажется, что этот лес проклятый. Здесь явно все нехорошо кончится. Давайте уже быстрее найдем эти могилы и разгадаем тайну, куда же исчез мой друг. Посмотри на это, ты видишь? Да. С этим лесом явно что-то не так, Супрембанда. Здесь что-то происходит даже с деревьями. Я в таком шоке от всего этого. Посмотри, ты видишь это? Что здесь это? Здесь креста стоят, ты видишь? Неужели это могилы 3 котов, Супрембанда? Просто посмотри. 3 кота и 3 креста, банда, это просто жесть. То есть получается, Компот, Коржик и Карамелька — это ужас, банда, я в шоке. Похоже, что мы реально нашли могилы 3 котов. И вы только гляньте, здесь реально кто-то захоронен. Ты видишь эту гору земли? Да, точно. Это просто ужас, Супрембанда, я в шоке от всего этого. Мы, похоже, реально нашли могилы 3 котов, то есть меня не обманули. Я в таком шоке от всего этого. Посмотри, что это, ты видишь? Господи. Что с этим деревом произошло? О, черт, банда, я вам отвечаю, с этим лесом явно что не так, он 100% проклятый. И обрати внимание, Настя, ты видишь, на крестах нету никаких табличек, то есть неизвестно, кто здесь захоронен. Возможно, это даже не 3 кота. Нам 100% нужно раскопать эту могилу и узнать, кто там лежит. Давай быстрее это сделаем. Надеюсь, Супрембанда, что все будет нормально. Окей, я начинаю раскапывать эту могилу, ты готова? Да, давай! Черт, банда! Что это? Мне кто-то звонит, Супрембанда, посмотри, ты видишь? Что это? Что это за номер, банда? Этот номер 00010001001000. Что за бред? Я впервые вижу такие номера, давай возьмем трубку. Да, давай! О, черт, банда! Алло? Алло, кто это? Вы меня слышите? Эй! Отвечайте, или же я сейчас положу трубку. Господи, что за бред, банда? Они просто молчат. Кто здесь?
Окей, я просто отключаюсь, это что-то сумасшедшее, Супрембанда, я просто не могу в это поверить. Давайте дальше продолжим раскапывать. Окей, надеюсь, вы готовы. На! Кто-то мне звонит! О, черт, что за бред, Настя! Я не знаю, кто это! Скорее бери трубку, Настя! Господи, это просто какая-то жесть! Посмотрите, это тот же номер, что и мне звонил, вы видите это? Скорее бери трубку, мы должны узнать, что им надо! Алло, кто это? Это три кота? Что вам надо? Черт, банда просто какая-то... Что это? О, черт, скорее отключайся, это явно не к добру! Это 100% связано с этой могилой, Настя, давай быстрее раскопаем! О, господи, банда, просто посмотри, ты видишь? Да. Надеюсь, там будет реально какой-то гроб, банда, просто гляньте! Я уже что-то чувствую, ты слышишь? Да, точно! Там что-то очень твердое, похожее на гроб, банда! Давайте быстрее дальше копать! Просто глянь на это, ты видишь? Да. О, черт, Супрембанда, это какая-то жесть, посмотри! Здесь уже видно какой-то гроб, банда, вы видите? Давайте быстрее его раскопаем дальше! Это просто какая-то жесть, Супрембанда! Посмотрите на все это, какой он огромный! Интересно, каких же размеров будут три кота, если такой огромный гроб? Господи, банда, просто посмотрите! Здесь реально лежит какой-то гроб! Именно здесь, возможно, лежат три кота! Давайте быстрее его откроем! То, что с нами происходит, это просто какой-то ужас! Давайте уже скорее откроем этот гроб, банда! Просто посмотри, ты видишь? Да, давай! Я могу его открыть! Давайте на счет три, надеюсь, вы готовы. Раз, два. Что это? Мне снова кто-то звонит, Настя. О, что за бред? Посмотри, это снова этот номер, ты видишь? Какой? Я не буду брать трубку на этот раз, банда. Я просто отключусь. Давайте продолжим открывать гроб. Мы должны узнать, что там. Окей, надеюсь, вы готовы. Раз, Ой. Два. Он снова мне звонит, ты слышишь? Господи. Открываем гроб. Раз, два, три. Посмотри. Ты видишь это? Здесь реально лежат три кота, банда! Просто глянь на все это, я никогда такого в жизни не видел! Вы просто посмотрите на все это! Здесь реально лежат три кота, компот, коржик и карамелька! И здесь еще куча всего лежит, давайте посмотрим, что это! Я просто в шоке от всего этого, Супрембанда! Посмотри на это, здесь лежат какие-то фотографии их родителей, ты видишь? Да. Что это такое? Почему она перечеркнута? Неужели ее тоже убили, банда? Что за бред? И глянь, что это? Здесь какой-то чубик, ты видишь? Да, что, что это такое, банда? Просто посмотри на это! Ты видишь это? Да. Это очень сильно похоже на кровь, Супрембанда. Давайте откроем. Это реально кровь, банда! Неужели это кровь мамы трех котов? То есть ее тоже кто-то убил, как и этих трех котов? Это полная жесть, Супрембанда. Я в шоке от всего этого. У нас тут реальная кровь. Просто посмотри на это, черт! А что здесь будет? Глянь! Здесь даже фотографии их отца, он тоже убит, ты видишь? Да. И здесь, похоже, тоже это кровь. Просто глянь на это, Настя! Это такой ужас, Супрембанда, я не могу в это все поверить, это реально очень ужасно! Похоже, что это их дедушка, банда, вы видите? И здесь тоже его кровь! То есть его тоже кто-то убил, просто глянь на это, Настя! Кому вообще понадобилось убивать их родителей и самих трех котов? Что это за бред, банда? Я реально ничего не понимаю, и посмотри на это, что это такое? Обрати внимание, что коты связаны! То есть их целенаправленно кто-то убивал. И здесь лежит какой-то скелет рыбы, ты видишь? Да, зачем? Наверное, эту рыбу оставили им есть. Это просто жесть, банда. Вы видите, как это отвратительно. Это настоящий скелет рыбы. Я в шоке. Фу. Но остается загадка, как трем котам ее съесть, если они связаны, у них завязан рот, ты видишь? Да. Это ужасно, банда. Посмотри, что это? Здесь какие-то капсулы. Посмотри, ты видишь? И там даже что-то есть. Просто глянь. Что это такое? Возможно, это средство для усыпления, только вдумайся! То есть этих трех котов кто-то усыпил, банда, просто посмотрите! Посмотри, это не единственный тут чубик, как раз их три, как и три кота! Но обрати внимание, что эти чубики пустые, ты видишь? Да. А этот полон, то есть кто-то из них все еще живой? О, черт, банда, это реально криповая теория, я просто в шоке от всего этого! Глянь, что это такое, еще какие-то чубики? Это просто какая-то жесть, банда, я в шоке от всего этого! Мы реально раскопали гроб трех котов. Как думаешь, стоит взять одного из этих котов и развязать его, проверить, как они? Даже не знаю. Я думаю, нам стоит попробовать развязать коржика. Давай сделаем это. О, господи, банда, посмотрите, что это? Ты видишь эту жесть, что происходит? Черт, банда, посмотрите, что произошло. Ты видишь это? Здесь просто сам загорелся.
загорелся огонь вокруг гроба. Мы ничего не делали, просто ужас. Посмотри на это. Что происходит? Нужно скорее это затушить. Я просто в шоке, панда, посмотри. Черт, это ужасно. Я в шоке, вы видите эту жесть? Это такой ужас, панда, что происходит? Я не могу затушить, он просто бесконечный, ты видишь? Да, какой ужас. Я просто в шоке, он сам загорелся. Нужно быстрее его затушить, пока не сгорел гроб. Это такая жесть, панда, вы видите, что происходит? Я просто в таком шоке, панда! Здесь реально... Господи, аккуратней! Ты уже почти все затушил! Нужно быстрее это сделать, пока мы здесь не сожгли весь лес! Это такая жесть, панда, я в шоке! Мне кажется, что это связано с тем, что этот лес проклятый! И это так званая защита этого гроба, это ужасно! Тем не менее, давайте уже наконец-то возьмем этого коржика! Это самая настоящая мистика, панда, у меня прям руки дрожат, просто посмотрите! Давайте уже возьмем этого проклятого коржика, просто глянь на него, ты видишь? Посмотри на его глаза, они полностью черные, панда! Он 100% мертвый, давай просто его развяжем! Да, давай. Посмотри на это! Я в таком шоке, панда, окей, развязываем его дальше. Просто глянь на это, я реально его развязал, ты видишь? Да. На вид это обычный кожик, ничем не зловещий. Это просто какая-то жесть. Панда! А, черт, помоги! Что это было? Где он? Черт, я просто в шоке, он на меня набросился, ты видела? Да, я видела. О, господи, это просто жесть. А это что? Они исчезли, панда, что за бред? Куда они делись? Я думал, они мертвы. Кожик, карамелька. Кожик. Компот, где вы? Иди сюда! Черт, панда, это 100% не к добру. Быстрее валим с этого леса. Это 100% ловушка. Я просто в шоке от всего этого, Суприм Панда. Вы видите, что происходит? Я уверен, что эти три кота специально все это сделали. Это была специальная ловушка для того, чтобы меня убить. Они похитили моего друга, и это они написали эти сообщения с его телефона, чтобы я пришел в их ловушку. Скорее всего, панда, что мой друг уже мертв, и это ужасно. Я никак не смогу ему помочь. Но нам нужно быстрее отсюда убегать. Я в таком шоке от всего этого. Тем не менее, вот коммент из-под прошлого видео. Просто вглядь, какие шикарные, идеальнейшие комментарии. Ну а, бандит, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно опуститься ниже. Нажать лайк, колокольчик и все, брат, ты уже в новом видео. Лайк, колокольчик, коммент, и ты мой видео, бандит. Подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду. И помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!